95-летие отметил участник Великой Отечественной войны и почетный гражданин Нижнего Новгорода Леонид Степанович Жуков. Его поздравили представители мэрии и завода «Красное Сормово», где он проработал четверть века. Леонид Степанович встретил войну мальчишкой. На фронте он десантировался в тыл врага, форсировал Днепр и освобождал Киев. Получил ранение, после госпиталя вернулся в свою 3-ю воздушно-десантную бригаду. Ветеран награжден орденом Красной Звезды, медалью за отвагу. После войны Леонид Степанович работал в райисполкоме и на заводе «Красное Сормово». В 50-х годах прошлого века организовал строительство жилья методом народной стройки.